Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я лишь делюсь с вами информацией. И сегодня я зашла на блокчейн-платформу для обмена криптовалют. И при регистрации нам дают 50 монеток. Это у них свое ICO. И запуск платформы через 10 дней. Называется BurX Чанчер, ну, в общем, обменник это. В нашем бизнесе, кто занимается криптовалютой, обменник всегда пригодится, какой бы он ни был. Вот, значит, здесь что у них? Наше преимущество, почему мы... Это все можно прочесть, здесь все на русском языке. Как бы дорожная карта у них. Тут у них планы, конечно, большие. О проекте, идеи, принцип работы. Далее идет распределение монет. Вот, Bucoin. И у них есть своя баунти компания, кто хочет получить дополнительные как бы монетки. Регистрация здесь очень простая, простейшая. Значит, логин, имейл, пароль, ставим галочку «Я не робот» и зарегистрироваться, после чего вы попадаете в кабинет сразу. Так вот он выглядит. Вот, это обменник, да, как я уже сказала, купить, продать. Криптовалюта здесь вот слева. Далее здесь вот вкладочка «Баланс». Как в любом другом обменнике, можно как бы, ну, криптовалюту сюда заносить. Вот мои монетки. Мне зачислили 50 бук вот этой монеты. Значит, депозит. Тут еще ничего как бы не работает. Вот, например, BTC, да, вот нажимаете депозит. Как я уже сказала, платформа откроется, запустится только через 10 дней. И вот здесь мы нажмем «Сгенерировать адрес», если захотим перевести монетку. И нам сгенерируется адрес. Вот здесь вот, вот эту информацию все всегда читайте. Обязательно. Далее. Ну, здесь как бы, да, еще ничего. Ну и криптомонеты. Вот здесь очень тоже много. 20 криптомонет. Сейчас, как мы, нам известно, очень много всевозможных альткоинов. Я конкретно на них подсела. Вот. Так, ну здесь история будет торговли. Открытые ордера. Сразу вот флаг стоит по умолчанию, в какой стране мы находимся. Далее вот здесь, где логин, нажимаем. Здесь, ну, логин, email подтвержден. Далее, что пароль, кто хочет изменить, можно поменять пароль. И наша партнерская ссылочка находится. Можно так копировать, можно так копировать. Вот реферальная ссылка скопирована. Кому интересно, присоединяемся. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.